инспектор досудебного отдела Home Credit Bank. Меня зовут Ксения Игоревна. Будьте добры, пригласите мне разыскиваемого гражданина Андрея Евгеньевича. Андрей Евгеньевич, я вас с другим просто человеком перепутала, у меня на столе другой уголовник лежит. Кто лежит на столе? Кто лежит на столе? Уголовник. О, круто. А что он там лежит? Вот на столе. Да. Дело на него лежит. Поедет товарищ у меня скоро в тюрьму на 2 года, как и вы. Да. Итак, Андрей Евгеньевич, время записи диалога у нас с вами 11:03, 22 декабря. Итак, у вас идет хищение денежных средств. Я обновляю информацию с женой на 33 906 рублей 70 копеек. В свои комментарии сейчас что можете сказать? Могу сказать, что вы порводничаете. Погромче, пожалуйста, и почетче. Могу сказать, что вы несете бред. Угу. Это все, что можете в свою защиту сказать? Судебное решение у вас будет через 5 дней, кстати, напоминаю. Ага. Давай. Только не заочное, а очное по месту совершения. Очные не бывает, потому что вы нарушаете законодательство. Потом подаете апелляцию, проводим очно, если вы туда являетесь. В любом случае, Андрей Евгеньевич, единственный... Так, молчим и слушаем меня, не перебиваем, как всегда. Вы здесь никто, что перебивать. Ну так вот, Андрей Евгеньевич, смотрите, какая ситуация. Вам нужно якобы доказать, что вы невиновны, а вы это никак не докажете. Банк со своей стороны все законодательства выполнил, все обязательства перед вами исполнил. А вы, к сожалению, свои кредиты не отдаете. Ага. Вы в курсе, что у вас 2 кредита? Да. А какую вы отдаете? Общая сумма у вас была 103 371 рубль 21 копейка. Смотрите, насчет судимости. Ага. Я думаю, что судебное решение вы 100% не исполните по решению суда именно за 5 дней. Поэтому учитывайте, пожалуйста, что у вас будут... вот эти вот выплаты по уголовному кодексу. Если интересно, кстати, почитайте заранее 315-е. За неисполнение судебного приказа 200 тысяч по 1 кредиту, у вас их 2. Плюс лишение свободы до 2 лет. Условным вы вряд ли здесь отделаетесь. В свете этих событий давайте сразу уточнять, с кем прописка по Черкасской. Ждать вас из тюрьмы никто не будет этот долг. Приставы реализуют жилье с разменом, вам купит меньше и реализует ваш долг, а там выйдете, и все у вас прекрасно будет. С кем прописка? А какую статью мне хотите изменить? С кем, говорю, прописка у вас? Вопросы пока не задаем. Спиской прописка. Ты кто такая, чтобы мне уровень дать? Я вам уже сказала, кто я. Ну и на кол иди. Я вам, кстати, разрешаю говорить на «ты». Я понимаю, что это ваш уровень общения. Я прекрасно понимаю, что вам тяжело общаться на «вы», как необразованному человеку. Я понимаю все. Поэтому отвечайте на четко поставленные вопросы. Я уж думаю, семантику вы в состоянии ответить. 5 класс, наверное, проходили, да? Итак, с кем прописаны? С собой. Какая статья? 315? 315-я статья Уголовного кодекса. Плюс прочитайте, пожалуйста, 165-ю. Потому что в доходы вы скрываете, деньги у вас есть. Вот. Итак, прописаны вы с женой с кем? Какая вам Федя разница? Хорошо. А дети несовершеннолетние есть? Я не знаю, наверное, есть. Не знаете? Хорошо. Андрей Евгеньевич, у вас с женой ранее была судимость административного или уголовного характера? Так вот, любезная, злостное неисполнение представителям... Почетче, пожалуйста. Четче. Злостное неисполнение представителям власти, государственным служащим, муниципальным служащим, а также служащим... Это не 315-я статья Уголовного кодекса. Какая? О, боже мой, Андрей Евгеньевич, вы 315-ю статью наберите в Яндексе там или в Гугле, где вы ищете это. Ну, плохо ищете, значит. Рота, закройте. Неисполнение приговора. Неисполнение судебного приказа. Закрываем сейчас рот и слушаем меня, уважаемый клиент, в кавычках. Эта статья называется, для непросвещенных диктую, неисполнение отказа решению суда или иного судебного акта. Правильно. Плохо ищете, Андрей Евгеньевич. Молчим и слушаем меня. Вот. Срок давности не мог истечь с того плана, что в суд на вас еще не подавалось. И потом я вам что могу сказать? Так как в суд будет подано, Андрей Евгеньевич, и так как судебным приставам этот лист придет, срок исполнительной давности будет обновляться каждые 3 года. Хотя зачем его обновляться? У вас через месяц будет реализация и погашение дома по Черкасской. Господи, проблема-то. Итак, про судимость вы так и не ответили. У вас с женой была такая судимость или впервые только будет? Любезная, неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта. Злостное неисполнение представителя власти, государственного служащего, муниципального служащего, а также служащего государственного или муниципального учреждения, коммерческой или иной организации, вступившей в законную силу приговора суда, решение суда... Почетче! Четче, уши промой, пойди. Почетче, вот. Не слышу вас, как-то говорите очень плохо просто. Это вы очень плохо говорите, буровите. Не повторяйте за мной, что нет фантазии, Андрей Евгеньевич. Ладно, хорошо. Что вы еще хотите? Главное, что у вас будет... Вы там читайте сколько хотите. У вас будет вступивший в законную силу приговор, вот и все, которому вы будете препятствовать. Вот и все. И совсем не важно, представитель во власти или госслужащий. Какая разница? А ваше толкование... Вы думаете, ваше толкование, Андрей Евгеньевич, вы думаете, что этот закон предоставляется только для представителей власти? Вы действительно так думаете? Вы, пожалуйста, почитайте полный текст документа. Если вы открываете всего лишь первую страничку в Яндексе, как делают все наши клиенты, которые начинают этим кичиться, то вы делаете очень большую ошибку и показываете просто вашу необразованность. Ну, вот и все. Я вот открыл толкование. В пункте 4 применительно статьи 285. Прочитайте полностью, пожалуйста, данную статью. Вот полностью открыто. Полностью открыто. Полностью. Ну, читайте полностью, давайте. Ну, я вас слушаю. Злостное неисполнение представителям власти, государственным служащим, муниципальным служащим, а также служащим государственным. Нет, вы полный текст документа откройте. Полный текст. Алтай Ивановна, я тебе читаю. Наказывается штрафом в размере 200 рублей, в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до 18 месяцев и так далее. Это весь текст статьи или нет? Или срок 480 часов. Федеральный закон, читайте, 96-й, от 5 мая 2014 года, в прошлой редакции. Вы, Андрей Евгеньевич, если не знаете юридические условия, если не умеете в этом разбираться, вы не лезьте, умнее будете выглядеть. Итак, ответ на вопрос. Вы судимые ранее были или впервые такая ситуация будет? Федеральный закон 96 об охране атмосферного воздуха, последний редакции. Не то смотрите, Андрей Евгеньевич, плохо ищете. Плохой из вас истец. Очень плохой. Какой? Прям очень-очень плохой. 96-й закон федеральный. Плохо смотрите, Андрей Евгеньевич. Поищите в Яндексе, в Гугле. Поищите. Мы об этом больше не будем с вами говорить. Итак, у вас судимость первый раз будет? Какой? 96-й закон. У вас, говорю, первый раз судимость будет. Мне неинтересно продолжать вопросы с клиентом, который не является юристом. Потому что ты который всего лишь не знает ничего и пытается чем-то там сейчас апеллировать. Сам чего не знает. Вот и все. И мне очень жаль, что вы там с женой как-то на матах разговариваете. Правда, очень жаль вашу жену. Там какие-то такие слова говорили некрасиво. Итак, Андрей Евгеньевич, смотрите, задержание у нас с вами будет не ранее, чем через 2 недели. Друзья мои, простите, что вторгаюсь в этот диалог. У меня просто нервов не хватает. Я смотрю, сколько еще слушать, долго еще слушать. Это какой-то ужас. Это побитие всех возможных рекордов. Эта овца себе реально на тюрьму уже натрындела. Я не знаю, давайте терпения наберемся, будем слушать до конца. Я понимаю, что каждому из вас хочется уже ее пойти и найти. хочется с ней сделать что-нибудь, я не знаю, жесткое, ужасное, жестокое, в конце концов понять, на каком основании она вообще на этом свете существует, я не знаю. У меня просто слов нет, я сижу просто-напросто и вот понимаю, что это моя работа, мне нужно этот ролик прослушать до конца. И я креплюсь изо всех сил, меня всего аж подбрасывает. И вот самое-то главное, она же не только с этим человеком так разговаривает. Вот эта тварь, другого слова нет, точно так же разговаривает с людьми, которые ничего не понимают. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну давайте дальше слушать. Вот. В свою защиту или оправдание хотите что-то сказать в себя и своей жены? А вы берете на себя слишком много ответственности, потому что прокурор? К сожалению, Андрей Евгеньевич, мы берем на себя ровно столько ответственности, сколько надо. Если бы можно было больше, я бы сама бы заявление на вас отнесла бы в прокуратуру. Но это было сделано давно и не мной. Я вот документы для другой организации еще пишу. Если бы мне дали превышать полномочия, я бы лично пошла бы, засудила бы вас с удовольствием. Я вот люблю такие процессы. Мне как юристу это все очень нравится. С вами в гражданско-правовых отношениях и уголовную статью вы мне здесь применить не можете. Понятно? Можем применить, как только вы не исполните судебный приказ. Мне вас очень жаль, Андрей Евгеньевич. Внимательно читайте, интерпретируйте и читайте связки между данными законами. Тогда вы, может быть, будете очень осведомленным, так скажем, да, и умным человеком. Но пока вы не начнете этого делать, ничего не улучшится, поймите. Поэтому я вам рекомендую, читайте, обогащайтесь, развивайтесь. Никогда не поздно. Может быть, вы сможете разговаривать не по-хамски. Кто знает, вдруг у вас получится, Андрей Евгеньевич. Вдруг вы станете воспитанным человеком. Это же хорошо. Можете меня вежливо послушать? Так вот, помолчите, пожалуйста, и ответьте на мои вопросы. Судимость у вас первый раз будет? Я не могу молчать. Так и не сказали? Я молча на ваши вопросы ответить не могу. Вы мне говорите, помолчите. Ну, вы помолчали перед тем, как я задала, а сейчас вы можете открыть рот и ответить мне на вопросы. Все. Можно я закрою? Внимательно слушаю. Что, нет, закройте, когда я вам скажу. И в трубку положите, когда я вам разрешу. Ну, я слышу ответ на вопрос. Внимательно. Внимательно слушаю вас. Давайте. Даю. Послушали? А что? Послушали. Это Андрей Евгеньевич. Да там решал вопрос с вашим задержанием. Начальником отдела. Смотрите, на вопросы, значит, вы у нас отказываетесь отвечать. Хорошо, по Черкасской у вас с кем прописка? Это у вас там прописка, а у меня там переписка. Что у вас там? Почетче говорите, пожалуйста. Да я уже чуть-чуть некуда. Ну, есть куда, если мне непонятно. А это вы к врачу сходите, чтобы вам понятно там было. А у меня прекрасное здоровье. Кстати, не пью, не курю. Чего я вам советую? Ну, еще что посоветуете? Ну, пожалуй, ничего. Что можно посоветовать такому, как вы? Да. Ничего. Ну, значит, тогда мне непонятна ваша логика. Если вы того же все решили, в своем этом где-то коллекторском агентстве. Вы не поняли. Какое коллекторское агентство? Значит, любезно. Вы, Андрей Евгеньевич, судя по всему, не знаете, что такое коллекторское агентство, что такое банковские работники. Работники. Послушайте меня, нет? Я хочу спросить, вы верите? Слушаю. Вы верите хоть в то, что вы говорите сейчас? Или вы показываете свою некомпетентность в этих вопросах? Это, Андрей Евгеньевич, правда. А правда это факт. Факты не верят, факты знают. Да? И смиряются с ними. Сколько у вас таких случаев выигрыша в таком случае? Вы мне сказали. Я проводила 10 полгода назад. Все выигрышные. Засудила, все смогла сделать. Вы мне сказали. Ноль проблем. Значит, вы мне сказали, что по моему вопросу все решено. Чего вы мне спрашиваете? Почти все решено. Я просто высказала взыскать с вас именно еще по 165 статье УК РФ 1200. Поэтому я и собираю досье. Смотрите, Андрей Евгеньевич, как вы аргументируете, тогда перейдем к следующему вопросу, то, что у вас деньги фактически есть на счетах, все 2160 дней вы не платите? Нет, счетов нет, вы как-то слабо соображаете. Есть у вас, Андрей Евгеньевич, счета, да, есть. Там это, вот квартирные счета, на них регулярно поступают денежные средства. Откуда, если у вас денег нет 4 года, откуда у вас деньги? Это счета, не поверите. А счет – это такая виртуальная реальность, где хранятся ваши денежные средства и путь зачисления для оплаты определенных средств. Как вы можете объяснить наличие средств за коммунальные услуги, например? То есть вы принимаете, что вы скрываете свои доходы согласно 165 статье, да, Уголовного кодекса? Что ай-яй-яй-яй? А вы что, да, вот тут написано. Первое. Применить при чинении имущественного ущерба собственнику или иному владельцу. А, вы там сразу ищете. А что, Андрей Евгеньевич, сами-то не пробуете знать данные законодательства? А вы еще 810-ю, 810-ю поищите, 819-ю. Два раза поискать. Поищите 64-ю, 35-ю, вы все поищите прямо сейчас, пожалуйста. А еще можете 177-ю. Ну, не вообще, не меняется. Будете искать? А? Я ее и так знаю. Вы ее постоянно меняете, но она ко мне не подходит. Вот именно. Ну, вот. Значит, что вы учили? Хорошо, изучайте 165-ю. Давайте, читайте. Я слушаю. Причинение имущества, ущерба собственнику или иному владельцу имущества, обмана или злоупотребление доверия при отсутствии признаков исключения, совершенное в крупном размере. Наказывается там трали-вали. Второй пункт. Не трали-вали, а полностью все читаете. Трали-вали там в законе не написано. Да, наказывается штрафом в размере до 300 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 2 лет. Или принудительными работами на срок до 2 лет с ограничением свободы, на срок до 1 года и без такого-то разного. Второе. Деяние, предусмотренное частью 1 настоящей статьи. Совершенной группой лиц по предварительному сговору, либо организованной группой. Причинение особо крупного ущерба. Оказывается, принудительными работами. Так что вы пургу несете, инспектор, юрист банка. Показывайте свою несостоятельность. Вы должны понимать, что деньги вы похитили, вы причинили банку имущественный вред. По договору со своей женой, к сожалению, взяли денежные средства. Поэтому у нас с вами сейчас получается пункт 2А данной статьи. Да. Группа лиц. Вот. Предварительный сговор с женой был, чтобы в итоге не платить кредит. Поэтому, но мы 300 не собираемся требовать. То есть, и заработная плата нам мало. Но штраф до 200 тысяч рублей нас вполне устроит, Андрей. Да, Андрей. Хорошо? Хорошо? Давайте остальные статьи читать будем? Успокоились? Поняли свою некомпетентность и незнание закона? Да. Успокоились, что не знаете, как их интерпретировать? Андрей Евгеньевич, признайте свою бестактность, неосведомленность и необразованность, пожалуйста. Бестактность перед кем? И получите на досуге, пожалуйста, юридическое образование, чтобы знать, как апеллировать. Хотя вы не успеете. У вас на носу, так скажем, разговорным стилем речи судимость. Я надеюсь, мы с вами изучение в Яндексе законов закончили, да? Конечно, закончить тебе это выгоднее всего сейчас, а то сейчас ты будешь вот эту пургу тут нести, а человек будет просто открывать в Яндексе, в Гугле или где он там открывает, в Хроме, может быть, статьи и зачитывать тебе, и приковывать тебя к позорному столбу, идиотка. Одно могу сказать, для того, чтобы реализовать, как я уже много так раз говорил, статью Уголовного кодекса в формате гражданских разбирательств необходимо инициировать следственные мероприятия. Вот тот самый сговор третьих лиц по предварительному умыслу. Именно вот этот умысел нужно доказать. Это невозможно. Как только человек внес хоть 1 рубль на счет, все, умысел пропадает. Статья о мошенничестве автоматически перестает иметь какую-либо силу. Проводить следственные мероприятия должен специально уполномоченный следователь, разыскник, оперативник. Вот, с женой договорились. Ой, ребят, ну терпение дала, надо дослушать. Как она вот это все в кучу собирает, специалист, юрист, кто там она еще. Господи, боже мой, какой кошмар, какой ужас, терпение, друзья мои, терпение. Какая вы смешная. Андрей Евгеньевич, не судите о людях по себе, пожалуйста. Это мое дело. Ну что, моя мама, будете мне рассказывать, как не судить? Ну хорошо, я думаю, право хоть на какую-то неприкосновенность я вам вправе оставить. Хорошо, будь по-вашему, пусть так и будет. Итак, квартира у вас сколькикомнатная? 65. 65? Ну да, а как же? Угу, хорошо. Так как у вас будет несколько уголовных статей, Андрей Евгеньевич, да, то штрафы прибавляться будут. Угу. И ваше лишение свободы также будет складываться из нескольких статей. Это вы, надеюсь, понимаете. Правильно? О, конечно. Для жены действуют абсолютно те же правила. Жена у вас неподалеку есть, я ей также могу все объяснить, все озвучить, что ее ожидает. Нет, она сейчас в ванной купается. Хорошо. Несовершеннолетних детей вы сказали, что вы не знаете, есть у вас или нет. Поэтому будем сверять самостоятельно через ЗАГС. Да. Так, еще вопрос по планерной, с кем вы проживали. Какая вам разница? Не поняла. Отвлеклась на печать документов. Что сказали? Это вы как-то плохо меня слышите. Внятнее говорите. Я что-то вас не слышу. Что вы не поняли? А, вы там не услышали, что мы не поняли? Ага. Даже ударение не можете нормально ставить. Жалко. Смотрите, с кем у вас проживание на планерной было? Когда там вы, тоже обыск планируется. Когда вы станете следователем прокуратуры, тогда будете спрашивать вопрос. А сейчас вы... А мне оно надо? Я и так присутствую на этих процессах, я и так сужу людей, господи. Вон благодаря мне одна села на 5 лет, отсидела полгода, через 4,5 выйдет, детей заберет из органов опеки, может быть, отдадут. В коммуналку в эту придет, будет жить, которую ей купили по решению суда. Да. Ну, зачем мне в прокуратуре, если я и так работаю в суде? И плюс в банке. Да, и плюс в банке. 356-й участок в Москве. Плюс я банковский работник. Да, 356-й участок в Москве. Я сейчас запускаю. Да. Я тут чуть со стула не рухнул. Ты в курсе, дорогуша, что госслужащим, а работники юстиции как раз таки являются госслужащими, нельзя по закону заниматься какой-то коммерческой деятельностью, уж тем более работать в коммерческой структуре. Именно коммерческая структура является банк Home Credit. Ох, идиотка, как она, это вообще, это какой-то ужас. Просто, ребят, терпим. Пишите, Андрей Евгеньевич, записывайте. Итак, давайте тогда так с вами обговорим. 256-й участок чего? В Москве, судебный участок города Москвы, Андрей Евгеньевич. Ну вы что, с первого раза не понимаете, разве? Нет. Нет. Ну то-то я и вижу. Ну, проблемы, видимо, с детства. Андрей Евгеньевич. Проблемы. По несколько раз повторяю. Ну вот, смотрите. По планерной вы людей самостоятельно предупреждаете о том, что там будет вестись конкретно хотя бы обыск вещей, так как вы указывали этот адрес в качестве проживания. По Черкасской будет решен вопрос с разменом данного квартиры для того, чтобы погасить ваш долг. Потому что штрафы у вас будут 1300-400 приблизительно. Вот. Поэтому... Будут смотреть точно сумму позже, Андрей Евгеньевич. То есть рассчитываете, ну, я думаю, 1300 где-то, 400 будет. Может быть, не больше. Да, наверное, вряд ли будет больше. Достаточно и такую сумму. Мы в полном объеме за ваш долг 103 тысячи. Но если вы только вот эту сумму прибавить долгу, то, может быть, там 500 и 600 как-то и будет. Ну, может быть. Там дальше уже будем смотреть сами. Вы там сами с собой разговариваете? Вот. Нет, Андрей Евгеньевич, сами. Но если вы не можете различить, со мной или нет, значит, наверное, нужно к врачу обратиться, если вы не понимаете, кто с кем разговаривает. Я собираюсь сейчас обратиться к врачу. Хорошо. Назову вашу фамилию. После диалога вы можете, да, я абсолютно не против. Бригада поедет к вам. Ну, у вас жена еще не вышла из ванной? Нет. Какая-то вот странная. Просто уже прошло больше 20 минут, что там можно делать больше 20 минут в душе? Она у меня очень большая, она пока помоется вся, там столько воды надо. Угу. Хорошо. Андрей Евгеньевич, какие у вас условия проживания? Ремонт, пластиковые окна, дверь какая стоит, сейфовая, не сейфовая? Нет. Чтобы повысить ваши, чтобы повысить цену на ваше жилье? Повысить. Не поняла вас, слышно плохо. Окна тонированы золотой пленкой. Вот. В обоих золотая жила. Чтобы тараканы не заводили. А дверь какая? А дверь-то входная. Дверь входная из платины. Платиновая дверь, да. Она сверху так покрашена каким-то говном, а так из платины. И ручка платная. Ну, тогда нам не получится удорожить вашу квартиру, будем удешевлять. Да. В каком районе вы хотели бы, чтобы вам приобрели квартиру за счет этой? А, ну, где-нибудь на Калыме. На Калыме. А это где? В Караганде. В Караганде, на Калыме. Ладно. Хорошо. Приблизительно так. Новые номера, пожалуйста, для связи и электронную почту. Быстро, быстро. Быстро, быстро. Да-да-да. Циферки, английские буквы. Кстати, маме вашей отсылали документы, что будет жилье ее продано. Мы знаем, что его матери прописано. Да? С мамой не разговаривали? Не говорила ничего такого про вашу посылку. Мама еще не сказала? Не знаю. А мама все в порядке? Да, все в порядке. Ну, хорошо. А то вдруг у нее приступ случился из-за того, что она останется без жилья из-за вас. В какой-то комнатушке. Мало ли. Вот. Ну так, почта там у вас какая? Давайте так, вышлите в СМС. Нет, фактически давайте, вас задерживать по какому адресу? Значит, записывайте почту. Будете записывать? Погромче. Будете почту записывать? Нет, не буду. На СМС вышлите. Вы меня спрашивали, я отвечаю на ваш вопрос. В СМС вышлите, я говорю. На ваш номер я не смогу выслать СМС. Я вам говорю, будете высылать в СМС. Да и на ваши номера не посылается СМС. Будете высылать в СМС в ответном оповещении на бесплатную горячую линию. Не будет, там не примут мое СМС, я уже пробовал. Примут, не переживайте. Не примут. Меня не переживать. Я пробовал. Примут, это бесплатный телефон банка. Примут у вас СМС, все нормально. Какой телефон? Примут и впишут. Продиктуйте телефон. Примут и впишут. 8800. Вы можете только в ответном оповещении отправить. 8800, да? Дальше. Вот так вы не сможете отправить. И только в ответном СМС, который я вам вышлю. Ну, вот, давай, 8800. На него и отправите. Да, 8800. Я когда мне ждать это? Фактически вас разыскивать по какому адресу? Ваше оповещение когда придется? Чтобы мне ответить электронную почту. Должно было уже идти. Я говорю, разыскивать вас по какому адресу задерживать? Ну что ж, это не розыск получается. Вы хотите разыскивать? Приключения в свою жопу разыскивайте. Можно почетче и погромче? Такая. У вас там, видимо, такая связь плохая. Видимо, да. Я говорю, вот это будет ваша задача. Розыск. Разыскивайте. Эта задача не моя. Моя задача посадить человека, что я с легкостью добивалась. У меня, кстати, проигрышного дела еще не было, Андрей Евгеньевич. Юристы по телефону. Ну даже женщину ту засадила, у которой ребенок несовершеннолетний. Что вы для меня? Да, да. Конечно, запросто это все сделаю. Да, да, да. Проблем-то. Итак, давайте тогда так. Давайте. Разыскные сотрудники для задержания, которые будут после суда работать. Поехали, да? Тогда давайте после решения суда. Вы хотели через суд, вы получите решение через суд, раз вы у нас отказывались от всех мер взаимодействия с банком. Уж посмотрим, как вам это понравится. Давайте тогда подведем итог. Вам дается возможность последний раз сказать в свою защиту и в жены защиту что-то, что вы считаете нужным. Это мы будем делать не здесь, ребята. Перед вами я защищаться никак не собираюсь. Потому что вы чему? А жаль, ведь обвинитель я. Надо. Вы какой должности? Советник первой категории или какой? Второй? Советник юстиции? Первый. Первый? Первый, Андрей Евгеньевич. В каком чине находится? В каком чине? Говорите, пожалуйста, погромче. Я говорю, в каком чине вы находитесь? Ох, а вы каким гелем моетесь? Да ты, знаете ли, имеете свойство методами коллекторов работать. Если это юрист, воспитанный... Нет, я вас спросила, каким гелем вы моетесь? Это не мое дело. Вас касается мои чины. Мне вам, может быть, что сказать, где прописано? Что прописано? Что прописано? Где? Вы, может, ко мне домой приедете? Посмотрите, какие у меня обои. Может, вам все рассказать? Да, значит... Вы на почту мне пришлите свои фотки, свои хаты, на себя заодно. Раз такая... хорошо. На память вам я это обязательно сделаю. Только жаль, в тюрьму вы это взять не сможете. Почему? А может быть и хорошо, что не сможете это взять. Мне бы очень не хотелось, чтобы что-то с моей фотографией случилось. Итак, Андрей Евгеньевич, так как в нашем с вами диалоге с вашей стороны присутствовал только, извиняюсь за выражение, конечно, по записи это идет бред, неконтактность, просто, знаете, такое явление, как тянуть время, информацию никакую не говорите, на вопросы вы не отвечаете, поэтому нести ответственность по всем уголовным статьям вы будете, это дело времени. И ничто вас не спасет. Надеюсь, это вы понимаете. Почему? Спасибо. Вопросы, пожалуйста, задавайте, какие у вас есть. Нет, вот, а вы... Долбежка, и ни за что не отвечаете. Какие вопросы я вам задам? Почетче, погромче. Тупая, да? А, для вас начальник отдела досудебного это пешка? Ну ладно, хорошо. Хорошо? Хорошо, пешка так пешка. Спорят только глупые люди. Вот. Спорить будете? Нет, спорите вы сами. Ну будете? Ну ладно, я тоже не хочу спорить. Итак, в свою защиту вы ничего сказать не хотите. Все? Значит, заканчиваем диалог. Это ваше дело. Вы ж трубочку платите. Судебное решение в течение 5 дней, задержание после 10 дней. Я жду. Угу. Ждете? Да. Хорошо. Давай. Напоминаю вам, что первоначальный розыск и задержание будут идти по Черкасской и по Планерной. Поэтому рекомендую вам быть там. Если в течение... Также вам рекомендую, помолчите, также вам рекомендую не покидать ваш населенный пункт в городе Орле, чтобы, соответственно, вас не разыскивать именно федерально. Хорошо? Всех, кто у вас проживает по Планерной, вы обо всем осведомляете. Жену обо всем осведомляете. Или, может быть, она вышла из ванны, наконец-таки, и я могу с ней поговорить. Не, не может. Я не разрешаю. Вообще, вы знаете, у меня 100-килограммовая бабушка, и мылась гораздо быстрее, если честно, Андрей Евгеньевич. На ней воду экономите, на бабушке. Нет, бабушка живет отдельно и совсем на себе не экономит. У меня у бабушки очень хорошая пенсия. Замечательно, я рад за вас, за бабушку. И мы еще бабушке помогаем, мы бабушку любим свою. Пинку трете? А? Пинку трете, говорю. Нет, спинку не тру. Такими извращениями, я думаю, могут заниматься только люди, которые об этом изначально начинают говорить. Вот. Методы дешевые. Вам, может быть, не впервые, я не знаю. Не впервые. Ну ладно, раз жена не вышла, тогда вы, пожалуйста, обо всем ей самостоятельно расскажите. Да, надеюсь, да. Вы меня отчетливо поняли, правильно? Да, очень отчетливо. Да. Хорошо. Вопросы имеются? По обвинению, по аресту имущества, по заключению. Вы есть это, вопросы? Вы торопитесь. Нет, куда нам торопиться? Я как раз не тороплюсь. Можем даже поговорить. Ну и что у меня запись будет больше, чем на час? Будут слушать час запись. Главное, что это свидетельство вашего уклонения от оплаты. Нет, свидетельством записи. Объявленную запись свидетельством судья не является, любезной. Если вы юрист... Является, Андрей Евгеньевич, в случае, когда вам озвучивается дата и время, тогда все является свидетельством. Нет. Вы можете вырезать отсюда что-то, можете поставить штат. Нет, Андрей Евгеньевич, есть специальные техники, которые проверяют целостность записи, и подделать ее невозможно в итоге. Видите, как складывается все не очень хорошо? Можно легко определить подтасовку. И поверьте, когда запись монтируют и вырезают оттуда. Это вам не фильм, где специально делается. В таком диалоге у нас с вами будет понятно, что что-то где-то вырезано. Этим заниматься банк не будет, нам это не надо. Мы, наоборот, делали эту запись для того, чтобы вас обвинить и обвинить успешно. И мы этого добьемся. Да. Давайте. Еще какие-то замечания у вас есть, на которые вы хотели бы, чтобы я ответила? Да. Хорошо. Тогда, Андрей Евгеньевич, вам удачи. Я также понимаю со своей стороны, что ситуация будет сложная, но, несмотря на это, вы можете держаться. Вам хорошего настроения, здоровья, Андрей Евгеньевич. Надеюсь, это вы в состоянии себе обеспечивать, правильно? Да, конечно. Да. Хорошо. Тогда удачи. А можно вопрос? Все, до свидания. Нет, вопрос можно? Лидочка, передай его на через 5 дней. Мне прям важно. Алло. Да, Андрей Евгеньевич, я думала, вы трубку положили. Да. Я там просто вопрос с вашим задержанием решаю, извините. Да. Что у вас за вопрос? Вопрос можно? Да. Если да? Это будут какие люди делать мое задержание? Андрей Евгеньевич, это делается сотрудниками правоохранительных органов, то есть прокуратуры, когда вы не исполняете судебный приказ. То есть суд, судебные приставы и люди, которые занимаются розыском, то есть уголовным. Okay. Еще вопросы есть? Есть вопросы еще. Вы, извините, мне документы по вам оформляют. Давайте как-то побыстрее уже, наверное. Я расскажу. Если в течение 10 суток вы свои обязательства не исполните, что будем делать? Я подумаю, что... Какие обязательства? Ну, то, что вы мне сейчас рассказали. Вы будете, так сказать... А я вам сказала, что мы вас обязаны в течение 10 дней задержать. Вы мне сказали, что это будет произведено в течение 10 дней. Вы врете мне, что ли? А вы законы вообще знаете, Андрей Евгеньевич? У вас через 5 дней только судебное решение, и 10 дней на его исполнение. Вы априори не знаете, как что будет. А задержать вас имеет право, что через 10, что через 15 дней, что через 30. Понятно. А вот когда вас задержат, это я планирую. Когда мне ответит добро прокуратура, я, к сожалению, не занимаюсь задержанием непосредственно, я обвинитель. Вот это я вам гарантировать не могу. Если вы хотите считать это обманом, вы можете считать это обманом. Я повлиять на ваше мировоззрение не могу. Но это случится в ближайшее время. Еще вопросы есть какие-то? Нет, все, удачи в этом. Хорошо. Все, удачи, Андрей Евгеньевич, держитесь, всего хорошего, до свидания. Фу, друзья мои, неужели это закончилось? Сразу обращусь к автору. Я честно хотел бы вас попросить, у вас есть эта запись. Как правильно эту запись предъявить в прокуратуру? Постарайтесь ее на болванку переписать, на обычный CD-диск. И отнесите прямо в приемную. Напишите заявление о вымогательстве, об угрозах. И прям в прокуратуру прямым ходом на диске это должно быть. Сделайте копию этого заявления, отнесите в банк. Попросите, чтобы вас приняли это, отметив входящим штампом. заберите копию со входящим штампом. После этого сделайте копию этой вот бумаги с входящим штампом, что банк Home Credit принял у вас копию заявления в прокуратуру. После этого отправьте в Центробанк эти копии, в Следственный комитет и напишите все конкретно. Напишите мне на почту 946-78-36@list.ru. Я вам вышлю все необходимые шаблоны заявлений правильное заявление о противоправных действиях сотрудников банка либо коллекторских структур. Понятно, что там вымышленное имя, но, понимаете, там их тряхануть все равно, должны тряхануть. Это нельзя так оставлять. Еще раз, 946-78-36@list.ru. Так и напишите. Я вам отправлял ролик с сумасшедшей свиньей, которая меня хотела в тюрьму посадить. Вы мне пообещали прислать заявление. Я вам вышлю шаблоны этих бланков. Вот. Сразу обращаюсь ко всем другим, кто меня слушает. Не надо мне писать, чтобы я вам тоже шаблоны выслал. Просто меня это очень сильно зацепило, и я готов автору помочь сделать все правильно. Вот, что, но здесь просто что-то с чем-то. У меня на канале около 1000 роликов, я ничего подобного еще не слышал. Вот на это нужно реагировать, друзья мои, на вот это нужно реагировать. Конечно, я никаким образом не пытаюсь вас спровоцировать, не давлю вам на совесть или на какие-то там моральные принципы. Может, для вас это было весело, ну поверьте, вот сколько будет комментариев на этот ролик, скольким людям вот эта вот коза завернула кровь, что называется. Ребят, это действительно, еще раз повторю, эмоции у меня зашкаливают. Я еле-еле дослушал, не из-за того, что ролик плохой, а просто у меня, понимаете, полярность нарушилась в мозгах. Неужели такое возможно вообще было? Что я только не слышал, поверьте, но вот такого я еще не слышал. Гораздо проще слышать оскорбления, откровенные угрозы, какие-то вопли, крики, но только не такое. Это ужас. Она просто реально на уголовку себе наговорила. Вот просто реально, если вот заморочиться, эту вот мадемуазель можно найти и прям буквально, ну хотя бы тряхануть ее, что ли. Ну ладно, друзья мои, эмоции прочь, это наша, скажем так, сущность, это наш быт, жизнь. Я надеюсь, эта тварь больше никому звонить не будет в таком тоне, хотя моя надежда очень такая слабая. Вот именно таким образом она многих склоняет к оплатам и думает, что она делает нужное дело. Работник юстиции, вот свинья же, а еще. Ладно, в описании ролика ссылочка на наш сайт. На сайте есть презентация, как устроена работа кредитных юристов. Смотрите, кому нужно встать под юридическую защиту, чтобы не быть жертвой вот таких вот персонажей. Ну, группа ВКонтакте, там все ролики дублируются. Пожалуйста, вступайте в группу ВКонтакте, подписывайтесь на наш канал. Естественно, лайки за этот ролик. Он заслуживает не миллион, а миллиард лайков. До свидания. На связи был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты, компания «Алям».